В городе свежих морских ветров Сил Ламяя готовится к балу литературных героев. В Аналиновской школе Сил Ламяя уже на протяжении нескольких месяцев активно готовится к литературному балу, который уже многие годы является визитной карточкой не только школы, но и города Сил Ламяя. Бал литературных героев, проводимый в Силамяйской Аналиновской школе, одно из самых красивых городских тематических мероприятий, участники которого тщательно готовятся, подбирают репертуар, костюмы, музыку и танцы. Цель мероприятия – созданию условий для развития творческой личности. А задача, которую преследуют организаторы – познакомить с бытом и нравами дворянства, развивать эстетический вкус, формировать у обучающих социальные компетенции, которые пригодятся в дальнейшей жизни, ну а также воспитать духовную культуру обучающихся. На одной из репетиций побывала команда ЕСН-ТВ. Мы проводим сегодня генеральную репетицию, первую генеральную репетицию нашего литературного бала, который стал визитной картой в Аналиновской школе. Это 32-й сезон. К сожалению, в том году нам не удалось из-за пандемии провести. А вот в этом году мы столько волновались, что нам опять не удастся это осуществить. Но слава Богу, вроде бы мы прошли вот это все сложное время с достоинством. Ребята все отнеслись. И получается, что бал состоится, чему мы очень рады. Хотя до последнего волновались, потому что некоторые ребята вот вынуждены были проходить все тесты, поскольку в семье кто-то заболел. Но вот я думаю, что завтра, послезавтра ничего страшного не случится, и наш бал пройдет как положено. Во-первых, это дает ребятам уверенность в себе, учит их держаться в обществе, учит их прекрасному, быть галантными на балу. Вообще вот эстетика поднимается, как сказать, не то, что поднимается, а эстетика бала, вот она тоже их как-то лучше делает, галантнее, что ли, наших мальчиков. Все готовятся к этому балу очень тщательно. Это труд у многих учителей и вообще работников нашей школы. Вот 2 месяца мы живем этим балом, подготовка к этому балу. Мы же не только танцы, у нас и пьески будут завтра, и музыкальные номера. Конечно, вот променад мы должны были подготовить таким образом, чтобы ребята прочитали тех героев, которыми пришли на бал. Ведь иногда бывает так, что бал пройдет, а ребята приходят и просят обсуждать того или иного героя. Это расширяет их кругозор. И вот эти уроки, вот вернее бал, он стоит нескольких уроков литературы, потому что здесь расширяется программа. Не то, что вот именно по школьному идет, а намного глубже мы берем ту или иную эпоху. В этом году у нас бал «Мелочи жизни» посвящен сатире. Вот. Обычно мы какую-то тему, всегда, вернее, берем какую-то определенную литературную тему и более углубленно ее рассматриваем. А вот что получится у нас, то посмотрим мы в пятницу. Бал состоится в 6 часов вечера. Мы ровно в 6 начнем бал, как всегда, ни минуточки не задерживаясь. Поэтому надеемся, что удовольствие доставит бал не только самим участникам в первую очередь, но и родителям и всем гостям, которые придут на наш бал. Мы будем рады всех видеть и будем очень довольны мы, если всем понравится наш бал. Значит, труд наш не пропал зря. Добро пожаловать на бал и следите за последними новостями вместе с командой ЕСН-ТВ.